Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и спустя какое-то время мы возвращаемся в мир видеоигр, вот, и всех хочу поздравить с прошедшими новогодними праздниками, рождественскими и там всякими такими. Вот, хотел я записать, короче, первый видос в этом году по другой игре, там, по Resident Evil, вот. Но мне пришло, короче, сообщение на почту, предложение снять летсплей по проекту Aokigahara, вот, так вот называется, вот. Это демка, первая версия демки, я так понимаю, она очень сырая, вот. Попросили снять, дали ключ, вот. Действие происходит в мире Silent Hill. Вы послушайте, просто послушайте саундтрек. Саундтрек просто круть. Это же Sweet Dream, да? Sweet Dream. Офигенно. Я думаю, меня не забанят за это. Вот. Так что так, посмотрим, взглянем и скажем свое мнение. Вот. Так, у нас здесь нет настроек, есть только Exit Play. Давайте взглянем. Так, я не понимаю, какой, вот это, да, наверное. Вот это, наверное. Окей. Итак. Ну, в плане, в принципе, как бы такой вот оптимизации, я вот смотрю, вроде как ничего. Ой. А я это... Я как по льду, короче, скольжу. Влево-вправо у меня почему-то не работает. Только вперед-назад. Ну ладно, допустим. Так, мы в какой-то, в какой-то непонятной дыре. Что-то какая-то атмосферненькая музычка начала играть. Такая прям... Да. Окей, так, ладно, здесь чей-то пульс. Какие-то штуки непонятные лежат. Пока, в принципе, ничего вроде как не тормозит. Но меня смущает вот это управление. Я думаю, да, у меня в бок вообще не поворачивает. Просто я как будто, знаешь, на коньках скольжу. Вот. Окей. Открыть дверь. Ладно, пошли. Кролик? Ёпта. Ёпте мать, кролик. Это был типа скримак. Понятно. Так, чувак здесь лежит. А, я открыл дверь. Я думал, я начал... Да, блин. Непривычно как-то это. Влево-вправо не работает. Так, окей. Чувак на коньках скользит по какой-то... По каким-то катакомбам непонятным. Так, ладно. Здесь что у нас? Здесь у нас... В смысле? В смысле? Он поворачивает голову, даже когда это... Я выбрал панель. Так. Ничего не работает. Мне нужно, короче... Ладно, R. Мне нужно, короче, найти... Понятно. R. Мне нужно найти код. Окей, код. Все так какое-то, все в какой-то жиру, что ли, не знаю. Это нехило так обед себе приготовил, что ли. Всю квартиру, все катакомбы засрал. Все в жиру, непонятно. Ё-моё. Вода? 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 Он сказал, вода? Чувак сидит на кресле и говорит, воды! Воды! Это я, короче, после новогодних праздников, знаешь. Сижу такой на кресле. Воды! Воды! Окей. И все? Ты больше мне ничего не скажешь, а я могу с тобой взаимодействовать как-то, не знаю. Так, ладно, здесь записка. Опа. Картинка. Куропатка. Это... Да блин, я застрял. Это, короче... Фотография курицы, знаешь, когда разделываешь курицу, она также вот так лежит, короче, такая.
распотрошенная на столе. Кто-то сфотографировал, видимо. Так, окей. 623 demons, короче, 6, что-то, что такое хандрит, шестеро хандрят, короче, 23 демона, короче, 23 демона и шестеро из них хандрят, окей. А может, погоди, это же, а может это пароль, а я больше не могу взять. Так, 6 и 23, давай попробуем набрать. Давай попробуем набрать. 6 и 23. Так. 6, 23. А в смысле? А почему у меня не набирается? Может так? 6 и 23. Не понял. У меня не работает. Ничего не робит. Ничего не робит. Может я что-то пропустил? Ну-ка давай зайдем сюда, посмотрим еще раз. Повнимательней. Может я смогу с этим как-то взаимодействовать. Пульс. Пульс. Ничего не робит. Я могу дверь только закрыть. А двери надо закрывать, нет? Все так темно и непонятно. Так, может здесь на столе что? Нет, на столе здесь ничего нет. А как? А, надо было нажать, короче, вот на эту штуку. Теперь я могу, наверное, 6. А в смысле? Потому что так. 6 и 23, да? Continue. Unlock it. Открыто. Мы гений. Мы гений. Так, закроем дверку, чтобы никто не вошел. Так, ладно, мусорки, шкаф, шкаф с замком, ничего не работает, все так темно, у меня не фонарика, я могу прыгать, не знаю, там садиться, у меня фонарика нет, у меня ничего нет. И судя по всему, я какой-то маленький ростом, да? Видишь, стул какой-то большой, хотя двери нормальные, а стул большой. Непонятно. Телефон. Так, ладно, давай поковыряемся. Может здесь в мусорке есть что-то? Нет, в мусорке ничего нет. Ну так, слушай, вроде как атмосфера есть, да? Но это что там? Скелеты обнимаются. Вроде как атмосферка-то она есть. Но вот управление кривое. Так, а что мне делать-то? Тут дверь закрыта. Найди ключ. Ищем ключ. Там, а, кстати, это, наверное, какой-то отель. Да, скорее всего. Отель, вот на таких вот штуках должен быть ключ висеть. Но мне туда не забраться. Мне туда не зайти. А где ключ? Здесь что-нибудь работает? Открывается? Нет? Здесь тоже ничего не робит. Может ключ в котелке в этом? Или... Здесь тоже нет. И бегать я не могу, да? Может ключ здесь где-то висит? Эта дверь тоже не работает, да? Все нас заперли, короче. Я в тупике, я не знаю, что делать, и ног у меня нет. Так, ладно. А вот и ключ. Он прям лежит и сливается с диваном. Ключ хамелеон. Смотри, золотые трубы. Золотые трубы. Надо спилить, как. Надо будет еще раз сюда наведаться, спилить, короче, и сдать. Так, ключ, наверное, от двери, либо от этого замка. Нет, скорее всего, я застрял. Скорее всего, от двери. Во! Пошла жара, смотри, пятна крови или что это? Кетчуп. Кепчук. Кетчуп, кепчук. Так, ладно, что это? Банка. А, здесь кто-то обедал, что ли? Здесь кто-то обедал, там какие-то бургеры, что ли, лежат?
Да и опять застрял. Управление, конечно, жесть, да. Окей. Так, ящички не открываются. Умывальники. Еще одна записка, короче, понятно. Давайте. О, понятно. Я в английском не силен, поэтому давайте читайте, там переводите. Сами. И обязательно в комментах мне напишите. Дела. В комментах мне напишите. Будет интересно почитать. Еще одна пила окровавленная. Там чистая, тут окровавленная. Понятно. Пойдем в дверь. Опа. И музычка сменилась. Is this Alchemilla? What's going on here? Даже разговаривает. Даже разговаривает. Что здесь происходит? Он только сейчас, короче, дуплил, что что-то происходит не то. Я в космосе. Смотри, звезды. Я где-то в космосе, что ли? В космическом пространстве. Бляха, так темно. Я не знаю, насколько вам там будет темно, но мне очень темно. Так. Ну что, давайте пойдем по порядку. Блин, слишком мыльно как-то. Я не знаю, я думаю, это сон какой-то, да? Это... Потому что все так мыльно, все так непонятно. Какие-то видения, наверное, или сон. Ё-моё. Твою мать, ты что такое? Ты что такое? Скелетоны. Так, еще одна записка. Окей, Лиза Гарланд. Читаем, короче, переводим. Уйди. Так, ладно. Какой большой человек. Какой большой человек лежит. Короче, какие-то... Непонятно. То сначала похоже на отель. Тут теперь какие-то пытки, что ли. Какие-то лаборатории или какая-то больница, что ли. Непонятно. Морг, что ли? Короче, какой-то психодел. Так. Да. Музычка, конечно, напрягает. Так, не открыть. Даже ничего не пишется, поэтому я думаю, туда нам... Ё-моё! Дядя. Дядя. Ох. Бляха, как мило. Мимимишно прям. Не, туда я не пойду. Ё-моё, там что такое? Там что-то дергается. Там что-то дергается. Но она за решеткой, я надеюсь, она не вылезет. Что это такое? Давайте посмотрим. Я застрял. У меня теперь не идет. Да, управление, конечно. Надо работать над этим. Надо работать над... Голова? Бляха, чем-то напоминает этот... Крэфир, нет? Там тоже такая голова была, дергалась постоянно. Она не вылезет? Жесть какой-то. Какой-то жесть. Я надеюсь, эта голова не вылезет и не будет за мной летать. Так, здесь больше, в принципе, ничего нет, да? Нам остается идти в лифт. Блин, а как мимимишно все-таки? Романтика. Так, ладно. Там этот дядька ушел. Дядька ушел. Так, окей. Это лифт. А где кнопка? Ой, верный театр.
Тут, короче, не автоматика, лифт не автоматика. Здесь надо нажать на Е, чтобы двери закрылись и поехал лифт. И открыть, наверное, то же самое надо сделать, да? Окей. Что это? Так, опа, дверь открыть. Дверь открыть, пойти туда. А это что такое? А, это от тележки, да? Дверь открыть, пойти туда. Эта дверь закрыться. Закрыться. Не открываться. Что происходит? Что происходит? Юкала мене. Знак этого. Silent Hill знак. Помните, да? Вон на стене. Знак Silent Hill. И сирена, как в Silent Hill. To be continued, press button K. И это все. Это знаешь, это как тизер. Просто сделали тизер, такую демку, как бы, да? Просто. Я думаю, игра, она будет не, ну, немного не такой. Если, конечно, разработчик не забросит. Вот. В принципе. А будет что-нибудь еще? Это сон, наверное. Так, а что, ну? А, все. В принципе, хочу сказать, неплохо. Нет, неплохо. Сыро, очень сыро, да. Демка очень сырая, но с учетом того, что это первая версия, так понимаю, видишь, демо 1.0. Первая версия. Ну, даже неплохо. Атмосферка психоделики вот этой Silent Hill-овской, даже Cry of Fear чего-то, да, вот такого. Я думаю, Cry of Fear, он тоже, ну, вдохновлялись Silent Hill'ом, в принципе. Вот. Есть. Музычка, да, такая там, ну, непонятно, вот эти вот психоделические звуки всякие. Не, неплохо. По атмосфере, да, неплохо. Поправить управление. Управление. Мышка хороша. Как бы мне нравится, когда вот так вот, ну, как бы быстро так она двигается, все хорошо, гладко. Вот. Управление именно вот этого вот взад, вот это вот, на клавиатуре. Вперед-назад, он как будто на коньках едет, ну, как-нибудь, не знаю, порезче как-то, ну, правдоподобнее сделать. Влево-вправо вообще не работает. Нужно исправить. Вот. Так, в принципе, в остальном, как тизер, как демка, в принципе, пойдет. Даже скримаки есть. Я думаю, если разработчик не забросит и будет усердно работать над этим, будет клево. Будет клево. Я понимаю, что это сложно, как бы. Если лично я бы, ну, создать игру я бы не смог. Я даже не знаю вообще, с чего начать, как это вообще делать. Вот. Разработчик, если он начал, значит он шарит в этом. Вот. Так что дерзайте. Будем ждать новостей по игре, будем ждать новых демок, новых там бета-тестирования или еще что-то. Вот, будем ждать релиза. Надеюсь, не забросите. В принципе, все классно. Но вот с управлением, с оптимизацией надо поработать. Вот. А за саундтрек вообще вот этого Sweet Dream'а огромный вообще там лайк, не знаю, лайк, да. И мне поставьте, и автора поддержите игры. Вот. Молодец. Дерзай. Ну, я с вами прощаюсь. С вами был Валерий. Всем до скорой встречи. Подписываемся на канал, комментируем, ставим лайки. И до скорой встречи. Всем пока.